Здравствуйте. Обсуждали вопрос, зачем мы ищем друзей, зачем мы женимся. Ну и всплыл такой вопрос, чего мы ищем во встрече с другим человеком? Другой человек, муж, жена, это наш подчиняющий нас себе господин или госпожа, или это тот человек, с которым тебе свободнее, чем с кем бы то ни было, с которым ты естественнее, чем даже с самим собой. Возник вопрос о том, что человек – это же не средство, это наше пространство, это наша стая, это среда, в которой мы либо задыхаемся, либо в ней свободны. Кого мы ищем в близких людях? Тех, кого мы подавим, и кто будет подавлять нас, или тех, с кем нам свободнее, чем с кем бы то ни было. Любовь – это признание чужой свободы, кажется. Всего вам доброго.